Всем привет, на канале Gekta Life, и вы это видите? О нет, или о да, не знаю, но и в Раше это 100% наркотик. Стоит только один раз заказать, и вы видите уже новую коробочку. Сразу говорю, ничего новогоднего я не заказывала. Ну, во-первых, потому что еще не вышло две новых серии, а, как вы знаете, яблочко карамельное мне не очень приглянулось, ну вот поэтому... И не заказала, но заказала выгодно кое-что другое. Ну что ж, давайте раскроем и посмотрим. И да, кстати, вчера еще ко мне приехал книжный заказ. Так что книг за ноябрь у меня купленных будет очень-очень много. Тоже вас ждет интересное видео, если вы любите почитать. Так, ножницы, видите, у меня уже заготовлены. Кстати, в лучах утреннего солнца, видите, все это делается. Это особенно приятно. Да, снимаем верхнюю защитную пленку. А так ее с наслаждением разрываем. Давай, давай, Сим-Сим, откройся быстрее. Нам всем, ну просто не терпится увидеть, что внутри. Я серьезно, всем, мне тоже. Потому что я суть-то, конечно, помню, но не всю. Да и вообще, надо проверить, а то вдруг чего-то не доложили мне, не дай бог. Конечно. Ой, вы знаете, еще хотела вам рассказать. Курьер приехал просто вообще, вау, конфетка. Я имею в виду, что, вы знаете, этот курьер как будто не российский. Значит, одет он был, во-первых, в форму. Да, что редко встречу у курьеров. Обычно они приезжают как у нас, в свитерках там, в зависимости от времени года, или просто в обычных куртках. Да кто как угодно, да, то есть формы нет. А тут он приехал с формы. У него была планшетка такая, знаете, на которой крепится бумага, и там, в общем-то, надо расписываться. Обалдеть! Ну что сказать, сервис, я в шоке. В таком приятном шоке. Серьезно, прям не ожидала, я открываю дверь и думаю, оу, что? Да, вот так вот. Обычно готовишься, как всегда, к таким персонажам, как я вам описала, тут нате вам. По-моему, я вообще впервые вижу. Ну что ж, рада, что сервис улучшается, потому что, например, тот же заказ прошлый раз, да, который я вам открывала, его привез обычный мужчина в обычной куртке. Ну что ж, давайте. Опа, раскрываем. Ага, шуршащая наша бумага, что-то тянет, падает. Это никуда не годится. Вот, смотрите. Небольшой, но очень-очень выгодный. Ну что ж, давайте, как обычно, все это нежно просматривать. Я так люблю такие вещи, знаете, приезжаешь, если ты сначала все пересмотришь. Вы бы знали, как вчера нежно я просматривала каждую книгу. Как я вообще кайфовала от этого процесса. Это, не знаю, непередаваемо, вероятно. И поймет только тот, кто испытывает те же эмоции в этот момент. Итак, смотрите, что я тут заказала. В общем-то, шампунь для восстановления. Ой, а вот я не помню, заказала я его или в подарок. Надо смотреть по накладной. Ну, в общем, вот, шампунь. Это я точно купила. Так, а что это? Это, между прочим, новинка. Экспресс, средство для снятия лака. Очень интересно. Я как-то брала от Faberlic, и, вы знаете, мне оно не понравилось, потому что там поролон быстро разорвался. Вот, и все стало грязным, и, соответственно, это не гигиенично. Вообще весьма интересно, как будет тут. Вот, еще также я взяла средство для волос. Я активно ухаживаю за своими длинными волосами, сами понимаете, куда без этого. И поэтому покупаю любые средства, но только хорошие, конечно. И вот решила взять попробовать эти фраши. Я помню, что моя сестра пользовалась таким растительным уходом для волос, вот такой сывороткой для идеально прямых волос. С экстрактом семян бамии. Здесь 100 мл, но, в общем, сестре понравилось, поэтому я решила тоже приобрести, попробовать. А вот, собственно, почему был сделан заказ, поскольку, ну, не совсем только в связи с этим. Вначале было, значит, такое интересное предложение, что подарок, да, несколько нот любви. Я думаю, все, кто увлекается компанией Фраше, были в курсе, да, этого, так сказать, подарочка такого интересного, замечательного. Но условие было таково, что надо было заказать от 2300, тогда этот подарочек получался у вас. Ну, многих, естественно, задушила жаба, и я тоже колебалась, думала. Ну, в итоге, короче, пробила скидку. Мне вышла скидка на 500 рублей, а вообще была скидка 20%. Но от суммы, которую я набрала, мне получилось 500 рублей. И, в общем, я сочла, что это мега выгодно, поскольку скидка
аромат бесплатно. И еще, смотрите, я заказала новинку, а этот аромат мне вышел тоже с хорошей скидкой. Я не помню, сколько он изначально стоит, но мне вышло в 1300. В общем, все это по накладной, тоже можно посмотреть. Так, истинный эликсир, чувственность, парфюмированная вода. Здесь 30 миллилитров. Очень мне интересно было попробовать эту новинку, особенно если учесть, что было мега... Особенно если учесть, что все отзывы сплошь положительные. По-моему, я вообще ни единого отрицательного отзыва не встретила. Прямо скажем, заинтриговала. И вот вам расскажу уже, когда буду снимать обзор на эти продукты, расскажу вам на своем канале Супергект, что же я думаю об этом аромате. Кроме того, мне подписчица советовала его приобрести и сказала, что, скорее всего, мне понравится. Вот, что тоже интригует. Но это вот самое такое основное. Кроме того, я заказала... Так, это уже сама, да, это вот покрытие. Ой, давайте зачитаю, насколько я помню. Да, верхнее покрытие с глянцевым эффектом. Вот Color Nature, здесь 5 мл, ну, посмотрим. И вот лак, это новинка у Ифраше. Смотрите, какой красивый цвет, кофейный, с перламутровым переливом. Очень выглядит здорово. Кроме того, одна из девочек хвалила эти лаки. Вот, посмотрим. Лаки для ногтей Color Nature. Перламутровое дерево. Во как. Я бы назвала перламутровое кофе. Ну, ладно. Кстати, даже кофе с молоком. Ничего страшного. И вот классная штука. Почему классная? Я люблю вот эти всякие попрочки. Ну, вот эта сумка, по фото я думала, что она большая, но, судя по всему, она весьма-весьма маленькая. То есть это скорее такие набор косметики. А давайте прочтем. Здесь есть какая-то наклейка, что нам говорят, что это у нас за наборчик. Непонятно, что за наборчик. Вот. Но, тем не менее, вот, естественно, сейчас я тоже распаковывать не буду. Все это будет распаковываться на канале Супергекты, как обычно, да. Вы проходите, смотрите, если вам такого рода ролики интересны. А я сейчас немножко пройдусь по накладной и скажу вам некоторые подробности. Так вот, да, аромат вот этот новенький, я вам говорила, он изначально стоит 1850 рублей, а мне вышел в 1295 рублей. И да, у нас момент выяснить, что подарком является. А хотя, вы знаете, по накладной это не понять, поскольку в накладной прописывают цены подарка. То есть, как бы они не пишут, что я его бесплатно получила, а прописывают его цену. Например, вот набор из вот этих аксессуаров стоит 600 рублей. Кстати, набор из 4 аксессуаров, то есть не уточняется, кофры, не кофры, просто 4 аксессуара. Вот, потом, что у нас еще? Опять же, если учесть, что все это внизу прописано, да, то да, все-таки шампунь, это подарочек, и он у меня получается, ну, тут написано 380 рублей стоит, но я его получила в подарок. Так, далее, что еще мне вам хотелось сказать? Может, кому интересно, экспресс-средство 279 рублей мне обошлось, а стоит оно 390, между прочим. За 390 даже брать не стало бы дорого однозначно. Вот. Ну, вроде все сказала. Да, все. Ну что ж, если вам понравился данный ролик, то обязательно ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал. И не забываем подписываться на канал Супергекта, кому интересны обзоры на косметику. Ну что ж, я вас всех очень-очень сильно люблю, желаю вам отличных заказов и всем самого-самого прекрасного. С вами была Гекта, всем пока! Облака, мои облака, ла-ла-ла, ла-ла-ла, у нас лето, тарам-пам-пам.